Привет, моделисты и моделистки. Обещанная тема про путевой материал. Будет несколько видео, ребят, девчат, потому что в одном это будет уныло и скучно. Сейчас я быстренько обозрю то, что на данный момент основные популярные системы, как Като, к примеру, и другие. То, что продается в Америке. В Европе немножко по-другому. Я, наверное, близко буду к тому, что в реальности. Из-за этого вы комментируйтесь, не стесняйтесь. И тоже я называю название, к примеру, вот это вот Pico. It's a Pico здесь, в Штатах, чтобы я не сам себя не сбивал с толку. Так, ну что, приступим. Погнали. Самое популярное в Америке это Flex. И у людей, которые уже делают макеты. То есть мы должны тоже мух от котлет, так сказать. Это образное выражение. Отделить, кто делает макеты в свои подвалы, бейсменты, да, полностью. То есть там мы говорим о четырехкомнатной квартире, грубо говоря. Такой подвал, полностью макет. К примеру, Роб. И вы можете посмотреть видосы там. И он меня уже приглашает записывать новые. Вот Flex. Flex самый популярный до сих пор здесь. Pico. Microengineering, сейчас я крутану, Microengineering, Flex, это код 83, мы только говорим в основном о коде 83 сегодня, и Atlas, Atlas у меня здесь нет, но Atlas вот в таком виде, тоже Flex, есть старый Atlas код 100, он гораздо дешевле, его ставят на staging yard, на такие запасные пути, практически не отличается, просто качество такое же. Единственное, что он более, код 83, этот более реалистично смотрится. Теперь, чтобы, это уже о постройке, макетах, о стрелках и прочих, это отдельная история, ребят. Очень хорошая была фирма Walters, вернее, она до сих пор есть, но для Walters делала Shinohara. До сих пор мы не знаем, что с этой Shinohara, если какая-то у вас возможность есть, напишите. Вы знаете, 21 долларик за очень классную стрелочку. Тоже у них был Flex, но на данный момент, кто много купил, и вдруг, если у вас есть возможность, закупайте. Далее. Код 100. Это Fleischmann. Вот у меня здесь Fleischmann здесь. И здесь. Вот этот Fleischmann. Этот Fleischmann Flex, если вы хотите завернуть хороший радиус, вот этот Flex, он достаточно гибкий. Но он, конечно, не сгибается под 18 этих inches. Но хороший 32-34, он очень будет классный. Так, ну что, вот, чтобы не забывать, стрелочки Pico, они имеют такой клик здесь. Это тоже, ну, уже нюансы начинаются. Мы не будем заостряться нюансов. Теперь, Rocco. Рока нравится мне радиусами и своей flexible, да, то есть они, я могу собрать, могу разобрать. В данный момент на моем макете, который я делаю сейчас, Рока, может быть, у меня поменяется мнение. Стрелки там немножко дубоватые, механизм плавного перевода, я думаю об этом, но очень мне нравится все. Когда вы поставите scenery, да, ландшафт и прочее, вы забудете об этом, но он практически бесшумный, вот с этой резиновой подкладкой. И теоретически самый оптимальный вариант это Flex с Roadbed. Я до сих пор, никто меня не уговорил делать из нового, ну, по-моему, это имеет место Woodland Scenic, такой типа пенопласта, но не пенопласта. В общем, у них такая своя система этого балласта. Но мы по старинке, мы делаем пробку, наверх это, приклеивается все, засыпается балластом и все, идеально. Если уж очень-очень-очень вы хотите какой-то вблизи сделать, да, вблизи какой-то супер дисплей, да, ну вы сделаете код 72, не все на нем поедет, к примеру, в microengineering, но это уж совсем там. Или же fast track, все делается кастом.
И в конечном итоге, когда вы Fast Track канадская компания, все вы делаете сами от начала до конца практически. Вот, там уже специальные шпалы, все-все-все. Так, отдельно тоже сделал видос про это дело. Ну и самая ударная вещь у нас будет, наверное, все-таки Рока. Рока в основном они продаются в наборах вот этот вот Geoline, G-E-O, Geoline. То есть, наверное, у каждого с третьего в наборе сейчас такая вещь есть. Раньше были, по-моему, наборы с этими, но это было 20 лет назад, да, что-то в этом духе. То есть, вот это популярно. У меня нету здесь Бакмана. Бакмана с подложкой тоже такой пластмассовый. Чем Бакман хорош в этом смысле? Он работает на ковре, на ковропокрытии, на каком-то, если вы просто делаете, я не знаю, даже чуть ли не на кровати можно застелить там и поставить этот Бакман, он дубовый, он выдержит все. В другом случае у него там есть свои проблемы, так что вот в таком разрезе. Про старые пико немецкие, это мы можем отдельно, ребятки, говорить, потому что очень сложно, их несколько вариантов есть. Если вы заделываете современный макет, во-первых, найти очень сложно, современный, сейчас строите макет, очень сложно найти дополнительный путевой материал. Там проблемы идут с, ну, из чего они сделаны и прочее. Като. Като тоже мне нравится очень. У Като есть хороший радиус. Вот единственное, что пластмасска, ну, в общем, Като хорошая вещь тоже. Его можете разобрать. И он держит цену тоже. В основном все, что у вас приклеено, флекс, конечно, уже это, ну, частично что-то можно переделать. Вот. Так что вроде бы я все... не разговариваем мы о каких-то узких колейках и прочее. Но вот основные моменты. Пишите комментарии. Я наверняка что-то упустил. Вместе мы сделаем хорошую тему на эти рельсы. Давай, спасибо за внимание, успехов, всего наилучшего.